Я знал одного летчика. Старик, не гунди, мне подумать надо. Ты лучше вот о чем подумай. Я его встретил в пустыне, изнеможденного. Он что-то невнятное мусолил. У него двигатель заглох прямо в полете. Представь, какая была посадка. Я представляю, что он тебе подумал. А ты что в пустыне делал? Ты что там, воду искал? Поуважительнее, засранец. Я тоже по стечению обстоятельств вынужден был брести дни и ночи по пустыне. Ты когда-нибудь терялся в лесу? Да. Так вот, это совсем другое. Хорошая история, спасибо. Она еще не окончена. Жара стояла невыносимая. Я спросил его, нужна ли помощь. Он что-то бурчал. Тогда, чтобы отвлечь беднягу, я попросил нарисовать на песке овечку. Превосходная идея. Да слушай! Ты вот вякаешь сидишь, а ты дослушай. Понимаешь, к чему я клоню со всей этой историей про летчика? К суициду? К тому, что когда нужна кому-то помощь, протяни руку. И ты протянул свою маленькую морщинистую руку. Так, все, блядь, история окончена. О, снег пошел.